Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет кукинг, мы будем готовить креветки. И не только готовить, также сегодня будет у нас и мукбанг, как я их ем. Но это видео, скорее всего, вы уже видели, так как я его выложила в 12, а это видео вы видите вечером этого же дня. Я хочу заснять, как я иду в супермаркет, выбираю их, затем как готовлю. В общем, будет интересно. Если вам нравится подобная тематика, то обязательно ставьте лайк. Все, мы уже в супермаркете, только главный вопрос, зачем мне такая огромная тележка? Так, мы дошли до места назначения. Я нашла вот такие вот креветочки, они просто огромные. А еще есть вот такие креветки, но они как-то выглядят не очень аппетитно, как-то странно, поэтому я их брать не буду. Ребят, нет, я нашла еще крупнее, посмотрите на эти креветки. Но они стоят намного дороже. 1 килограмм. Сколько здесь всего интересного. Здесь просто снимать и снимать. Снимать и снимать. Ребят, здесь столько людей, как будто голодовку объявили в стране. Никак не могу найти кетчуп, эти вот соусы, приправы. Так далее. Тут просто хрен найдешь соус. Мы пошли искать соус. Но здесь прям лабиринт. А вот, я вижу цель, я не вижу препятствий. Хожу тут и сплошные идеи для видео. Посмотрите, какие здесь сладости. Ну как это можно не снять, а? Если хотите видео с чем-то сладким, то пишите в комментариях. Здесь просто выбор огромный. Ну, наконец-то я нашла, где мой любимый Хайнц. Я хотела не такой. Вообще, с чем едят креветки? Не знаю. Ну что, господа, я купила 2 соуса от Слобода. В этот раз это не Хайнц, потому что он стоил дешевле, выбора было больше. И почему нет? Мне в комментариях вы писали, что они очень вкусные и клевые. Первый это сырный соус, а второй, господи, куда-то упал. Цезарь соус. Это мы аккуратненько так поднимаем. Иди сюда, красавец. И идем на кассу. Все, я уже дома. Все ингредиенты я подготовила. Специально креветки я поместила в воду, чтобы они разморозились. Нам обязательно нужны размороженные креветочки. Посмотрите, какие они красавцы просто. Здесь у нас, значит, лимон, соль, несколько листочков лаврового листа. Здесь у нас перец горошек. И морковка. Это все нам пригодится для приготовления креветок. Предварительно я поставила на плиту воду. Когда она вскипит, только тогда мы должны поместить наши креветки в воду. Как всегда, ваш любимый ножик. Беру, значит, морковку. Кстати, вот мой новый маникюрчик. Не в тему, конечно, но все же. Вот таким вот образом поделила на дольки и помещаю все это в воду. Следующий у нас на очереди лимон. Его также нарезаю. И все это помещаю в воду для вкуса. Добавляю 3 чайные ложки соли. Также перчик, все, что есть здесь, помещаем. И несколько листочков лаврового листа. Все это перемешиваем и ждем, пока вода вскипит. Как вы видите, вода у нас уже вскипела. Креветки у нас уже разморозились. Смотрите, какая красота. Берем и помещаем в кипящую воду. Варить их нужно всего лишь 3 минуты. Если мы будем варить больше, то они превратятся в резину и кушать их абсолютно невозможно будет. Крышку мы не закрываем, ждем 3 минуты. Все, у нас уже прошло 3 минуты после закипания. Уже можно их процедить. Как они пахнут. Это что-то с чем-то.
Сегодня вы уже, наверное, видели мой мукбанг, как я их ем. Все, креветочки наши готовы. Выглядят очень-очень аппетитно. Я иду снимать мукбанг. А вам желаю приятного аппетита. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. А я вам в свою очередь желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами была Эмили. Всем пока!